Заслужил. Так же, как деды и прадеды, он сражался с фашизмом. В память о Сэдди, говорю, купили. Новенькую машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. This is for my white trash.